В Сургуте в ночь на воскресенье утонул мужчина. 52-летний житель города отправился купаться на речку Черную в районе садово-огороднического кооператива «Буровик». По предварительным данным, которые опубликовала администрация города, погибший перед погружением в водоем употреблял спиртные напитки. В ходе поисковой операции водолазы Сургутского спасательного центра подняли с 3-метровой глубины тело мужчины. Эта трагедия пополнила печальный список жертв городских водоемов. 14 июня рядом с кооперативом «Черемушки» утонули двое парней. 12 июля на протоке «Черной» погибла девушка. В управлении по делам ГО ИЧС администрации Сургута еще раз настоятельно призывают горожан не купаться в водоемах в черте города. Они опасны и непредсказуемы из-за сильного течения и захламленного дна.